Игровой канал Ивана Фолиота представляет. Здравствуйте, дорогие друзья, меня зовут Иван, вы на канале Фолиота. Batman Arkham Knight, очередной ДЛС, про раса Альгуля. Альгуля, почему все время Альгулем называют? Альгул, конечно, рас Альгул. Теневая война называется. Unfortunate news, sir. Members of the League of Assassins have been spotted on the rooftops of Mirgani Island. Well, I presume it's the League, sir. The reporting officer's precise words were, and I quote, crazy ass Joseph. Thanks, Alfred. I'll investigate. Продолжаем, в общем, наслаждаться коротенькими дополнениями, платными, зараза. И по-прежнему проблема нерелиз экшена никуда у меня не делась. В таком немножко сумасшедшем виде я предоставляю вам возможность понаслаждаться моей выкладкой. Именно этих ДЛС. Ну, да. Кого-то это может раздражать, кого-то это может прикалывать, кто-то может с пониманием относиться, кто-то равнодушно. Не знаю я. Я лично недоволен ходом вещей, но переиграть это все дело я не могу, к сожалению. Для этого надо заводить еще одно прохождение, но там я буду абсолютно не прокачан, друзья мои, поэтому уж кому-то придется смириться. Рассинхрон жутчайший, я не знаю, я еще возился, наверное, 2 дня, блин, чтобы тут дорожки свести. Вот, но надеюсь, что мои комментарии просто будут заглушать желание слушать рассинхрон весь этот. Но иногда приходится сосредотачиваться на диалогах. И про мистера Фриза сразу хочу сказать, тоже будет такая же ботва. Будут кое-где рассинхроны. Рубленые раны нанесены длинным клинком. Так, подружка еще одна. Same injury pattern, different uniform. They were fighting each other. Покрошили, что ли, друг друга? Так, стука как заведено. Еще с Batman Arkham City. A third sword dropped in a hurry. Blood type doesn't match the other bodies. Someone got away. Whoever got away was injured badly. I should search the other rooftops, try and pick up her trail. Да. Как заведено в Бэтмене Arkham City было. Да господи, ты кончишь болтать-то. Надо будет сейчас идти по следу. Ну, мы этим тоже занимались и в Arkham Asylum. Кстати, в Arkham Knight такого что-то я не припомню, чтобы мы вот так вот бегали по какому-то следу. Кроме, наверное, как на этом самом загадочника сканировали и ехали по следу. Да, слушайте, смотрите, не исключают они такую возможность. Так, блин, а что-то далеко как-то, такая раненая, да, и убежала я хрен знает куда вообще. Сколько тут по крышам Сигала-то, посмотрите. И это еще далеко, кстати, не предел. На самом деле, честно говоря, нам, на мой взгляд, показалось немножко такие геморройная миссия. Что-то тут очень много надо ходить, что-то выглядываться, всматриваться. Всякие вот эти вот подсказки искать какие-то. Ну, не то, что подсказки искать прям. Тут, конечно, и ребенок справится. Я к тому, что... Ну, ладно, это я просто придираюсь. Не сочтите за нитье. Это у меня развелось там товарищи, которые обращают внимание на мое нитье стали очень часто. Так, ну что у нас? Первая гоп-компаша встречает. Такая, причем она... Ой, и что-то я сразу огребала вот такое себе. Вот, вы обратите внимание, с какой скоростью. Как будто на перемотку, да, включил. Или вы думаете, Бэтмен такой, как Джеки Чан, неожиданно стал? Или как Нео, резкий, как понос. Нет! Это Мирилис Экшен творит чудеса. Опа! Я серьезно говорю, я даже уже 10-тысячный раз, наверное, вам повторяю, что на момент записи у меня все было настолько плавненько, настолько приятно. Ну как, в меру, конечно, приятно. Не 60, не full HD 60 FPS.
на ультра настройках, конечно же, но достаточно комфортная игрушка себя вела. Но, увы. Вы посмотрите, сколько она нахрен тут кровища своей понаставляла. Ты вот за все это время, пока бежал, не додумал, что с тебя как со свиньи просто льется, и что тебе пора бы хотя бы немножечко тормознуть и перевязаться там или что-нибудь такое. Нет, они же, конечно, упоротые, блин, фанатики. Никогда в жизни они... Зато вот след приведет. Вот Альтаир бы за это, кстати, казнили тогда. Или вообще вот, в ордене Ассасин Крида. Покрошили бы, если бы ты привел бы в дом. Но это в Кредо у них такое было, если я правильно помню, да? Не приводи в дом врага. Так, друзья мои, я сейчас тут немножечко перемотну, потому что я сейчас тут запутался, глаза замыленные, потерял, куда надо, в общем, бежать. Оказывается, все было проще намного, она была чуть ниже. Вот, и вот, собственно, вот-вот. Что-то я водкую так часто. Скудость словарного запаса дает о себе знать. А как она туда пролезла, интересно? Раненая. То есть она типа, блин, залезла в эту щелку и потом включила генератор, да, чем-то? Непонятно чем. Потрясающе. Так, а вот нас встречает, в общем, местный колорит. Но я так думаю, что надо их немножечко так ошеломить нашей петардой прокачанной. Кстати, она как долго, во-первых, держится. Здорово. А чё это вы меня лупите-то так больно? Блин, чё-то тоже хреново срабатывает, на самом деле, этот самый. Вот сейчас не сработал, не навелся. Пришлось, короче, добивать вручную. Разрешите. Тух, и вообще у меня тут сейчас прикольно залипло так. Мечами в стенку врезалось, походу. А этому товарищу даже встать не дали. Тут, короче, есть такие подаваны, и есть уже такие крутые ниндзюки. Смотрите, что с ней происходит. Обалдеть. В общем, мы попадаем, куда, спросите вы меня, мы попадаем в какую-то клинику. Что, в принципе, наводит нас на мысль о том, что раз Альгуля, логично держать здесь. Ага, не все так просто. Alfred, I need to restore power to Elliot Memorial. И что, и как? И чего? Выбрать... И ты отсюда можешь достать до Бэтмобиля? Сейчас я попробую назад вернуться на всякие пожарные, для того, чтобы облегчить немножко. Хотя опять все равно придется туда залазить потом. Ладно. Ты даже здание умудряется лагать немножко. Ну как лагать? Это не лаги. Это просто, блин, рассинхрон дорожки. Ускорение, замедление. Ладно, я, наверное, вас уже задолбал этим. Продолжим. Тупить. Но я тут немножко потуплю, признаюсь. И куда мне нахрен ехать? Маршрут указывает. Или не указывает? Нет, указывает, хорошо. Гуд. Все нормально, супер гуд. Далеко, правда, мы уезжать особо не можем, но далеко особо и не надо. Вот тут уже все есть. С лебедочкой тут подведем все. И сработает. Надо было назвать это дергающийся ДЛС. Странно, с самой игрой у меня проблем никаких. Ну, были проблемы, конечно, такие же, но я имею в виду. На выходе в сходниках, чтобы вот так вот. Че, куда теперь? А, типа, все заработало. Ах, она еще год и вниз, блин, спустился. Опять с лифтами сейчас, наверное, придется, да? С бубном плясать тут. Ой, ты как, господи, свалился-то. Ну-ка. Так, значит, в другую сторону. Отлично, поехал. По бороде только, главное, чтобы не заехал. И чё? Что-то я сомневаюсь, что там внизу что-то есть. Или есть всё-таки? Есть что-то, смотрите-ка. Ой. Ой-ой-ой. Вот это я понимаю. Вот это хоррор. Outlast прямо оформленный, да? Слушайте, прикольно, да, уже две из всех вот этих вот... ДЛС-ок по атмосферности все-таки крутые. И зря я было начал хаять. Про Рас Аль Гуля. Ну просто тут единственное, я говорю, я просто тут немножко потуплю. Ну смотрите, реально, как в этом самом, как в Outlast. Не хватает такой психу каким-нибудь в колясках. Которого я помню, ой, как пересрал.
самый, наверное, страшный для меня момент был. Но можете посмотреть, кто не видел. Там прям буквально в самом начале, в первой или вторая серия. И чего нахрен тут надо сделать? Наверняка куда-нибудь что-нибудь... Вот дырка я вижу, вот щиток. Наверняка через эту дырку нужно бросить что-нибудь, да? То, что тут, наверное, не полетит. Тихо-тихо-тихо. Ага, хрен, видите, не пошел тросометом. О, хоть зацепился. О, Бэтмен догадался, да? А я типа такой дурак. Батаранг. Ну там дырку, да, я вот ее увидел. Сейчас-то мне, конечно, уже проще, я в записи говорю-то. Так, ясно, не пойдет тоже. Сразу бы мог догадаться. Жух. Дурацкий батаранг. Признаюсь, не с первой попытки у меня получилось все это дело тут замутить. Оп. Оп, оп. А чё я... Вообще кот пропал. Значит, надо искать дальше. Да господи ты, боже мой-то. Вот поуже еще не могли сделать дырочку, чтобы я... Я не знаю. Вы прикиньте. Все же, блин, четко попадают-то. Или тебе супер на медленной скорости надо? Вот сейчас попал. Так, вот разбитое окно. Тоже с маленькой дырочкой. Вот, собственно, электричество, которое нам нужно. Но не все так просто, друзья мои. Она не захотела почему-то. Это моя крутяшка. В электричество в это попадать. Вот опять не захотела, вроде пропустил через нее. Сейчас у меня уже начинается нервная просто раздражительная телепания. И на этом она заканчивается. Как только я... Вот видите, я даже со злости хотел в воздух ударить. Ну, и сейчас, конечно, мы опять с 10-й попытки только попадем в эту щелочку. Слава богу, что, кстати, она хоть батаранг отпрыгивает. О чудо, получилось. Что он отпрыгивает от стенки. И, то есть, можно как-то продолжить полет. В предыдущих частях это нельзя было делать. Поэтому, если промахнулся разочек, то все, начинай заново. Ну. Аллилуйя. Бог послал кусочек сыра. Шух. Зато тросометом нам дают попользоваться. Вдоволь. She's dead. Как ты нахрен догадался, а? Ой. Я знаю, от чего она умерла. И так вся в кровище тут истекает. Еще и электричеством ее добило, да? Потрясающе просто. Изучите последние мгновения жизни. Но раны взяли свое. Да нет, я тебе уверяю, что это не раны ее взяли. Хотя наверняка она знала, на что нажать. В какой последовательности это все происходило? Она использовала... Ну так слишком просто все. Ну что, все? Все, вот эти вот 3-4 штучки надо нажать? Ой. Подождите. Ну, это на самом деле я тут просто, честно говоря, ребятки, подтупливаю. Верхний, нижний. Ой, а там еще, смотрите, Шерон Джонс. Что за Шерон Джонс, не знаю. Ну, наверняка какой-нибудь. Right. Да, дом быть, я где-то ошибся. Ну, правильно, надо с верхнего здесь начинать. Не понял. Не с этого, что ли? Хо-хо! Ну, значит, не я тупил. Ну, здесь-то все просто. Чудеса, чудеса, небывальщина. Все открыто. Трупачье всякое валяется. Нет, просто имена какие-то. Наверное, не имеющие никакого отношения. Просто трупы, просто в морге. Так, а тут у нас... Опа, це... Клиника Никербокер, да, тоже? Похоже очень. Алтарь тут какой-то. И смотрите, он сидит тут вообще уже на соплях, просто дышит. Здорово, бедолага. Небритый. Рейч.
You dare approach Ra's al Ghul? You've brought him back too many times. The Lazarus dream's all that's keeping him alive. He will rise again. Sheathe your blade. There will be no fighting here. Правильно, не надо. But war is coming. Traitors to the League conspire to stop the glorious resurrection of Ra's al Ghul. We will see Gotham burn before we let the rebels hurt our master. Then let him die. I want you gone by morning. The rebels have found another pit. Durr's source. A sample of his essence is all he would need. I won't help you revive him. Как Кощей Бессмертный сидит. Then you'll face the consequences of war. I know you, detective. You will not let innocents die. Yet you will not kill the demon's head to prevent their deaths. You will do as we ask, because your precious morality compels you to. Detective. Нечестно ты так говоришь, девочка. Help me. Фаталия. И ты тоже нечестно говоришь. На чувствах начинаешь играть. Говноед. Сколько ты мне крови попил, а? В Arkham City. Так, ладно, девочки. Я ваш клуб слепых и нищих оставлю ненадолго. Лоялисты убить. Так, короче, он неразговорчивый. Но смотреть меня на это прикалывает. Такие, смотрите. Бэтмобиль сюда нельзя как-нибудь загнать? Перестрелять их всех к чертовой матери. Хрен с два. Ладно, возвращаемся обратно. Что-то я чувствую, что сюда мы еще не один раз. You know no prison can hold him, Alfred. Besides, he'll have any sentence. Well, sir, what are you going to do? Find the other Lazarus pit. Stop it for me. От таких негодяев-то. От тех, которым только что, про которых я только что рассказали, что якобы ведут войну. Так куда я иду? Так, я все вроде правильно иду. Или нет? Запутался. А, мне даже надо сейчас лифт будет вниз спустить. Точно, точно. Только подождите-ка. И, ну там морг, все правильно, да. Ну извиняйте, я подтупливаю, да, я что-то немножко тут растерялся. О, сейчас мы вот так вот. Сквозь текстурки. Возьмите. Оп. Господи, какой длинный путь, а? А, вот, смотрите-ка, тут уже нам дают через парадный вход к поребрику, да, как в Питере любят говорить. Карета подана к поребрику. Такая банальщина, не смешно. Так, ладно, перемотну, я не буду вас утомлять этим, там пипец переезд длиннющий. И на мини-карте вот указан этот источник Лазаря, этот дурацкий. Так, ну-ка, если мы свалимся. Ага, здесь. А, нет, не в комнате загадочника, я уж обрадовался. Что там? Как-то проехать можно. Ну, хрен из два. Хрен из два. Вместо этого... Потрясающе, да, слайд-шоу, ребятки? Я надеюсь, вы получаете удовольствие. Я больше никогда в жизни нахрен, я Мирилис Экшеном записывать не буду, это было последнее. Нет, еще про Мистера Фриза немножечко. О, а Мистера Фриза, кстати, будет нормально, будет актуально. Мистер Фриз и игра фризит. На самом деле она не фризит, она просто, не знаю, хочется матно выразиться, но не буду. Игра просто бесит. Бесится. Так, ну чё? Источник воскрешения. И тут какие-то, смотрите, прям как в Крайзисе, да? Торчат вагоны. Господи, кто тут так неудачно заехал? Щух. Кто же это? Повстанка. Бейте его. Да тут не бейте. Они сейчас тебя саблями загубят, товарищ Ватман.
Ух ты, какие вертки! Ну, стандартная ситуация, конечно. С этими ниндзюками мы уже изрядное количество раз имели дело. Ничего, в принципе, нового. Ну, вот, кстати, в Arkham, знаете, мне больше всего нравится, как они... Как они вообще двигаются, дергаются. Хотя, вроде, казалось бы, по сути, ничего такого нового нету. Но раздражают, сволочи, будь здоров. Ну, чё? Давайте возьмем. Чё это за нахрен такой источник лазаря? Чё за небывальщина такая? Я тоже хочу быть Рас аль Гулом. Ты типа уничтожишь его сейчас? Это, кстати, единственный ДЛС, который можно закончить нелинейно. Но не будем забегать вперед. Ты еще кто такая? Ой ты, господи. Из Хитмана как этот, я помню, был. Там, правда, мужик был из Бладмани. А это Ниса. Я вообще первый раз ее вижу. Does Raish know his daughter fights for the rebels? Rebels fight for me. And that zombie no longer knows his own name. Or the day of the week. Or that his other daughter died. I'm sorry about Talia. She was a loyal fool. I am neither. You understand. So long as my father's corpse sits strapped to those tubes, there will be war in Gotham. What do you want, Nyssa? Go back to him. Destroy that foul machine and let the thing that was once my father finally die. I'm no killer. He's already dead. He has died 1,000 times. And every time the Lazarus Pit restored him, he came back worse. More hateful. More crazed. I tremble to imagine what he would have become if this had fallen into his followers' hands. But with him gone, the League will be mine. And it will shed no more innocent blood. The assassins will leave Gotham, never to return. How can I trust you? I swear by the woman we both loved. I swear on my sister's grave. I will win this war, Dark Knight. It's up to you how long it rages for. Это же всего лишь слова. Подружка. Каким клятвам в наши дни можно верить? Но да ладно, они все-таки культ. Так, ну это было предпоследнее, в общем, да, у нас Вендетта тут. Не Вендетта, как это? Рандеву Вендетта. Вендетта — это месть, которую нужно подавать холодным. Холодный. Моя бабушка считает, что месть — это глагол. Господи, любит Бэтмен в последнее время поплавать? Ну да ладно. Поедем туда, да. Ладно, не буду я вас утомлять переездками этими длинными. Is preventing some ungodly resurrection truly the same as taking a life? What would you do, Alfred? I don't know, sir, but I'll stand by you, whatever you choose. Так. Ну ладно, это я... У меня тут все равно опять рассинхрон, поэтому не обращайте внимания. Сейчас быстренько доберемся уже и закончим этот театр абсурда в моем исполнении. Ну да ладно, зато весело. Кому-то может это показаться. Господи, куда опять идти? Я забыл уже нафиг тут ваши тут, блин, буераки. А, ну усложнить решили нам. Решили усложнить задачку. Прознали каким-то макаром, что я тут мог что-то на это самое, да? А что сделать-то надо с этой хренью? Наверняка каким-нибудь бэткогтем что-нибудь ковырнуть. Не? Ну, конечно. Господи, как все банально и просто. А? А у него что, крепежей никаких нету? Не держится он больше, кроме вот так, как вот на этих? Ну да ладно. Оп. Потрясающе. Блин. И тут тоже не все ладно. Господи, какие вы все тут, я прям не знаю. А, вас уже все равно спалили. Вас уже передислоцироваться давно пора. И где нахрен щиток этот? Ой, больно. Ну так просто, конечно, до хрен заберешься. Тихо-тихо-тихо-тихо. Ага, вот. Неужели это все так просто?
Швырнул проводки. Потрясающе просто. Супер нетривиальная задача была решена. Так. Сидишь, Коша. Дать лекарство, уничтожить машину Лазаря. А чё, давайте дадим ему лекарство. Мы ж не убийцы. Я прям даже не знаю. Тебе хватало доброты, раз на неубежденности. Все равно уничтожил. Блин, а я не помню, что я выбрал-то. А может, я все правильно? Ни хрена узнать, что-то я не понял. Ну, короче, так или иначе, придется с ними махаться. В конце концов, я думаю, вряд ли Бэтмен собирается кого-то убивать. Так или иначе, ты этот наш... Костопалый не... О, какой прикольный новый... Смотрите, какую она связочку прям провела, как в Mortal Kombat. А чё раньше вы такого не делали, упыри? Было бы круто. Господи, чё вы все, блин, самые такие интересные моменты, блин, на все на ДЛС посбрасывали, а? Ещё и музончик, кстати, неплохой такой. Пафосный. Чух. Смотри, так тётки с колена прям по самому... По самым панчикрякам. На тебе. Помацал за сисечку. Ладошкой так ее. Ну, поехали. Прическа такая у нее. Ой, слушай, мне кажется, не надо его. Он и так тоже. What a monster you've let yourself become. How long does he have? Maybe hours. Maybe days. It doesn't matter. There's no way back for him now. I'll take him to GCPD. Good. The loyalists will scatter, and I'll be true to my word. The League has no business in Gotham from now on. Nyssa. Don't make me regret this, or you will. А Бэтмен просто так не предупреждает. Ну пойдем, тряпочка. Совсем прям его, короче, кочумает. Еще саблю схватил. Сколько он весит, интересно? У него там ребра, что ли, торчат? Ой, для него специально оборудованное даже есть место. Потрясающе просто. Детектив. Или нет, мне показалось. Не ребра там. Это у него просто ремешок. Так, ну, друзья мои, пора закончить нам на этом. Увидимся с вами в следующей серии. Я очень надеюсь, на все эти, даже несмотря на фризы и тому подобные перемочки, вам все-таки понравилось. Поставьте, пожалуйста, большой пальчик вверх. Подпишитесь на нашу группу ВКонтакте. С вами был Фолиот. Всем большое пока.